Тестомесилка лабораторная Олислаб 6100. Модернизированная версия прибора ТЛ-2, который выпускается с 2008 года. Предназначен для механизированного замешивания теста из измельченного зерна пшеницы или муки при определении количества и качества клейковины методом ручной отмывки. Прибор состоит из корпуса, внутри которого расположен электродвигатель, месильной головки, рабочим органом которой являются 4 штифта, дежи. Принцип работы прибора основан на интенсивном замешивании теста с помощью вращающихся с высокой скоростью штифтов. Навеска продукта с водой размещается в деже, замешивается в течение 18 секунд, в результате чего происходит образование теста. В комплектацию входит непосредственно сам прибор. Дежа. Мерный цилиндр на 25 мл, шнур питания, предохранители, технический паспорт с гарантийным талоном и руководство по эксплуатации. Прибор упакован в прессованный картон. Если у вас остались вопросы или вы хотите приобрести этот прибор, обращайтесь по контактной информации, расположенной на экране. Олислаб. Олис – ваш проводник в мир зерновых технологий.